8 недель истекли, какой отчет представит Баку Международному суду ООН. Международный суд ООН 17 ноября 2023 года опубликовал решение о применении обеспечительных судебных мер по делу Армении против Азербайджана. Суд обязал Азербайджан обеспечить безопасное, беспрепятственное и быстрое возвращение людей, покинувших Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающих вернуться. В рамках своих обязательств по конвенции Азербайджан обязан сохранять и защищать регистрационные, удостоверяющие личности, личные и имущественные документы, а также регистрационные книги, принимать их за основу в своей административной и законодательной практике. В течение 8 недель после публикации решения Азербайджан должен представить суду отчет о шагах, которые он предпримет для обеспечения реализации указанных мер. За 8 недель Баку не предпринял никаких конкретных шагов для обеспечения возвращения арцахцев. Москва и Баку в один голос говорят, что никаких этнических чисток не было, что в исходе арцахцев, которым не грозила опасность, Пашинян виноваты власти, Запад, инопланетяне, о том, что арцахцы находятся в Армении временно, говорят и шаги правительства Армении, волокита с документами, гражданством, шантаж с пенсиями, отказ принимать на работу и прочее должны, видимо, заставить арцахцев либо покинуть Армению, либо вернуться, но уже под юрисдикцию Баку. Но все эти меры не приводят к результатам, арцахцы готовы вернуться только в армянский Арцах. После решения вопроса статуса Арцаха и при условии международных гарантий безопасности. Что решит суд спустя 8 недель, которые истекают в середине января? Будут ли применены санкции против Баку с требованием материальных и иных компенсаций? Заседания по этому делу уже начались. Делегация Армении во главе с Егише Киракосяном приняла участие в процессуальном заседании в постоянном арбитражном суде в рамках инициированного Азербайджаном арбитража на основании договора к энергетической хартии. Нет никаких сомнений в том, что Ереван и Баку договорятся, и Ереван не будет настаивать на санкциях против Баку в Международном суде ООН, но вряд ли Баку откажется от своих претензий.